французские миндальные пирожные финансье, одна из вариаций классической французской выпечки. Как и все французское, пирожные получаются легкими, воздушными, обладают оригинальным тонким вкусом. Вам, наверное, интересно, почему эти красивые французские миндальные пирожные называются финансье. Все очень просто. Пирожные всегда выпекаются в специальных неглубоких плоских формочках, благодаря чем в готовом виде напоминают золотые слитки. Так что если вы приготовите французские миндальные пирожные финансье, то слова «я ем на обед золотые слитки» из популярной песни капитал группы Ляпис Трубецкой могут для вас стать реальностью. Досмотри шинвида, и я предложу записать список ингредиентов. В кастрюле растапливаем сливочное масло, доводим его до кипения, готовим 2 минуты после закипания. Затем горячее масло процеживаем через марлю или фильтр для кофе. В результате наше масло приобретает вот такой янтарный цвет. Просеиваем в миску муку и сахарную пудру. Вкусняшки, подписавшимся. Миндаль при помощи кухонного комбайна измельчаем в муку. Получившуюся миндальную муку, ее должно получиться 100-150 грамм, добавляем к муке и сахарной пудре. В мучную смесь добавляем остывшее до комнатной температуры сливочное масло, перетираем в крошку. Яичные белки взбиваем до консистенции мягкой пены, но ни в коем случае не до пиков. Взбитые белки добавляем к мучной смеси, перемешиваем и оставляем тесто на 2 часа при комнатной температуре. Готовое тесто распределяем по смазанным сливочным маслом формочкам для финансье, смотрите фото, заполняя формочки примерно на 3-4. В центр каждого пирожного вдавливаем ягодку малины. Выпекаем 20 минут при 180 градусов до готовности. Готовность определяем зубочисткой. Если сухая, значит, готово. Остужаем на решетке. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Сливочное масло 125 грамм, мука 80 грамм, сахарная пудра 180 грамм, миндаль 200 грамм, белок яичный 4 штуки, малина свежая 12-16 штук, количество порций 5-6. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.